В этом ролике я покажу наше двухдневное путешествие в Нацпарк Дурмитор и Пивский регион. И начну я с секретной ледяной пещеры. Я такой природной магии вообще не встречал. Дорога, конечно, бездорожье. До пещеры от трассы мы добирались на джипах где-то 5 километров. Ну а потом нас ждала пешая прогулка 30 минут по маркировке. Тут есть такая стрелочка, развилка. Главное не терять. Либо круги такие красно-белые. Так как пещера находится на большой высоте 1446 метров, посещать ее стоит с мая по октябрь, в сухой солнечный день. Андрюх, ты как любитель пещеру, скажи, как тебе тропинка? Мы еще в пещеру не зашли. Очень красиво, живописно, и главное, очень приятно пахнет. Лесом, да. Сосной, елкой. Елена, твои впечатления? Замечательно. Летний день, то, что нет. Уже видна пещера. Даже издалека вижу ледяные сталактиты. Но спуск такой конкретный. Градусов сколько? 90, если не больше, да? Смотрите, тут еще снег есть. На улице жара 30-градусная. А тут снег. Табличка есть с информацией. У нас есть один смелый Андрей. Взял профессиональный фонарик и пошел. Там прям лед, я вижу, по тропе идет, где Андрюха. Но мы решили втроем не идти. Так, а у нас есть веревка спасать Андрея? Нету? Протянуты, кстати, справа. Смотри, Андрюх, веревки есть. Ну, они, наверное, сделали это, чтобы не потеряться. То есть получается, говорят, что в этой пещере лед не тает круглый год. Вы видите высоту сталактитов в начале июня. Но самостоятельно спускаться внутрь небезопасно. По-хорошему надо взять кошки, альпинистское снаряжение, каски. Такого, конечно, я еще не видел. Друзья, это совершенно невероятная пещера. Ледяная пещера была обнаружена более 100 лет назад местным пастухом Джоко Миричем. В честь первооткрывателя ее и назвали Джокова Леденица. Всего спелеологами было исследовано 132 метра пещерных каналов, где они нашли инструмент для того, чтобы разбивать лед. Местные жители его носили в деревню для собственного питья и для скота. Конечно, во Вторую мировую эта пещера служила убежищем для деревенских жителей от фашистов. Ну а сегодня она настоящее чудо природы и магнит для туристов. И что важно для меня, она не такая популярная, как ледяная пещера в Нацпарке Дурмитор. Плюс сюда добираться гораздо легче и быстрее. Андрюш, ну как впечатление? Расскажи нам. Столько природной красоты, я еще не встречал. Мне кажется, мы из зимы в лето вернулись. Невероятно. Я такой природной магии вообще не встречал. Что ты спускаешься, можно сказать, в природный ледник. Да. Отсюда даже видно. Следующей остановкой на нашем маршруте стал мужской Пивский монастырь. Год назад мы здесь с Андреем венчались, поэтому захотелось снова побывать. С этим местом связана интересная история. Раньше он находился внизу, у реки Пива. Но югославские власти 50 лет назад ее затопили, чтобы построить плотину. И 13 лет камень за камнем, фреска за фреской этот старинный монастырь был перенесен вверх на холм. 90% фресок удалось вернуть на прежнее место благодаря специалистам. По площади фресок это самый богатый монастырь в Черногории.
А еще здесь находится самый большой позолоченный алтарь в стране. Его освящал Василий Острожский. Отправляемся в Жабле. Дорога проходит через самые высокие вершины Дурмитора и альпийские луга, где летом выпасают скот. Яблоно озеро к маленькой форме глаза. Над ним Цервена Греда 2160. Знаю, что наших туристов слово яблон очень смешит, но на самом деле озеро получило это название по яблоням, которые растут с одной стороны от водоема, а вот с другой его украшают вековые ели. На некоторых картах оно обозначается другим названием – Малоезеро. И правда, осенью оно высыхает в раза 2-3 и становится похоже на глаз. Поход достаточно легкий, подойдет даже семьям с детьми. Занимает минут 40 и начинается тропинка от деревни Басача. Как от нее молоком пахнет вообще. Смотрите, какая красота. Она только начала спеть. За что я люблю гулять по нацпарку Дурмитор, так это за витаминные сюрпризы. В августе и в сентябре на прогулке к Яблонозеру вам обязательно попадется и малина, и черника, и земляника, а может даже и грибы. Дам вам пару советов. Подходя ближе к озеру, у вас будет развилка. Прямо эта тропа к воде, а направо на вершину Цервена Греда. Поверните направо, и вы попадете к панорамной площадке, достойной вашего инстаграма. Если же вы опытный походник, то советую продолжить маршрут и дойти до пика Цервена Греда. Его высота 2164 метра. Тропа достаточно легкая. Только не ходите в плохую погоду. Будет туман, ветер, дождь, нулевая видимость, и поход станет небезопасным. Наше двухдневное путешествие подошло к концу. Пополнять запасы энергии мы отправились в национальный ресторан «Ханова Луна». Главное блюдо – это ягнятина из-под сача. Андрюх, накладывай. Ее приносят вместе с картошечкой. Обычно одной порции хватает на 1,5-2 человека.
Но мы заказываем 1,5 порции. 2 нам много, 1 нам мало. Опа! Класс! Это долго томится мясо под углями. Это местные бараны. Очень вкусно. Жирненько, но вкусно. Аудаси за тебе и грех.